Если вы обещали себе пойти в спортзал с понедельника, 1 числа Нового года или после очередного килограмма на весах, но как-то не получалось, то, возможно, вам просто не хватало этой инструкции. Шаг номер один. Найти зал поближе. Тренажерный зал должен быть в пешей доступности от вашего места работы или жительства. Идеальный вариант в вашем доме. Шаг номер два. Узнать цену абонемента. Цена абонемента зависит от многих факторов. Наличие бассейна, сауны и так далее. Поймите, что вам важнее и сколько вы готовы платить. Шаг номер три. Посмотреть на спортзал. Посмотрите, сколько в зале необходимых вам тренажеров и зон. Особое внимание уделите гигиеническим нормам. Шаг номер четыре. Создать себе удобства. На занятия берите минимум вещей, арендуйте шкафчик, в него можно убрать дополнительный комплект одежды для следующей тренировки. Шаг номер 5. Поговорить с тренером. Если вы чувствуете, что мотивации и сил вам не хватает, возьмите занятия с тренером. Он составит план питания и подберет те тренажеры, которые вам подходят. Шаг номер 6. Верить в себя. Запомните, если что-то не получилось, это не страшно, просто продолжайте заниматься. Вы оцените свои усилия и потраченное время. Packing, so I'm puffing off the rail. They don't never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows ball. They don't never see me fall off. All a nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All a nigga knows ball. Purp, purp, sipping.